Автомобили – это, конечно, хорошо, но есть у них один существенный минус. Они еще пока не могут ездить по водной поверхности. Да, в качестве эксперимента энтузиасты уже создали несколько проектов водных машин. Но о серийном производстве по понятным причинам речи идти пока не может. И как хорошо, что есть альтернативы в виде лодок, яхт и катеров, которые позволяют получить колоссальные эмоции именно на водной поверхности. Международная выставка катеров и яхт «Московское боут-шоу» уже в 13-й раз проходит в выставочном комплексе «Крокус-экспо». Вниманию посетителей представлены электролодки, конструкторские тримараны, снаряжение для дайвинга, навигационное оборудование, брокераж и, конечно, катера, моторные и парусные яхты. Часто ездим за границей, и мы посмотрели, что есть проект иностранной лодки, который подошел оптимально для нашей страны. Это скоростная, современная. Обратились к российскому производителю, сделали похожий проект, стали его выпускать. Программа выставки включает в себя экспозицию, деловые обучающие мероприятия, выступления спортсменов и экспертов отрасли, эффектные шоу-программы. А для самых маленьких любителей яхтинга предусмотрена детская зона. Появились в этом году новые компании, увеличилось количество чартерных компаний. Мы добавили раздел рыбалки, хотим попробовать это направление. Увеличилось количество компаний и с досками. Вот. И, конечно же, опять же вернули к нам интересную интерактивную часть с большим бассейном, где каждый желающий может, ну и дети, и взрослые, испытать себя как настоящий мореплаватель. В выставке участвуют порядка 150 компаний из России, Европы и Азии. Организаторы ожидают увидеть 15 тысяч посетителей.